Ну? Спойте мне. Да нет, нет, послушайте. Во время операции вас интубировали. Хирург сунул вам в горло трубку. Такого почти не встречается, но вам не повезло. Голосовые связки парализовало. Но я вылечил вашу спастическую дисфонию ботоксом. Забавно. Вещество, стягивающее кожу лица, расслабляет язык. Я вас исцелил. Вы можете говорить? Ну ладно. Хорошо. Ничего не говорите, это будет наш маленький секрет. Если можете говорить, моргните дважды. Но вы этого не сделаете. Боитесь потерять сумму компенсации, отсуженную у Симпсона. Вчера я бы сказал, что вы должны вернуть деньги. Но сегодня у больницы куча денег, и я могила.